Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой простой, красивый узорчик. Вяжется очень просто. Так выглядит с изнаночной стороны. Для узора наберите количество петель, кратное 2. Раппорт высоту всего 2 ряда. Для узорчика характерны такие расстояния между петельками. Поэтому зимнюю теплую шапочку им не свяжешь, но зато он отлично подойдет для плечевых изделий или аксессуарчиков. Вязание начинаем с изнаночного ряда. Первую кромочную снимаем, все петельки провязываем изнаночными. Вяжем так до конца ряда. Последняя кромочная тоже изнаночная. Второй ряд. Первую кромочную снимаем, делаем накид, провязываем 2 лицевые и наш накид перекидываем на первую и вторую петельку. Снова делаем накид, провязываем 2 лицевые, накидываем наш накид на первую и вторую петлю. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда кромочная изнаночная, и далее узорчик повторяем с первого ряда на нужную нам высоту. Такой простой, великолепный узор. Очень оригинальный и красиво смотрится. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе!